Всех приветствую, продолжаем знакомиться с интересными людьми, актрисами, рассматривать их фотографии. Мирна Лой, американская актриса и танцовщица, обладательница премии «Оскар» за выдающиеся заслуги кинематографа. Я цитирую Википедию. Родилась 2 августа 1905 года в маленьком городке Радерсбурге, штат Монтана. Детство Мирны прошло на ранче отца. Мирна в возрасте 12 лет дебютировала на сцене театра, исполнив танец в постановке «Синей птицы». После смерти отца в ноябре 1918 года Мирна с матерью и братом Дэвидом перебрались в Лос-Анджелес. К 15 годам начала появляться в небольших ролях местных театральных постановок. В 1923 году окончила школу, приступила к работе танцовщицей в кинотеатр. В эпоху немого кино перед началом сеанса танцоры нередко разыгрывали сцену из предстоящего фильма. Там на нее обратила внимание Наташа Рамбова, вторая жена Рудольфа Валентина. Киностудия Warner Brothers предложила актрисе контракт, который к тому времени взяла псевдоним. Контракт сроком на 7 лет с гонораром в $75 в неделю. В 1926 году Мирна исполнила свою первую заметную роль в приключенческом фильме «По Тихому океану» и на протяжении последующих 8 лет активно снималась, появившись в 80 фильмах. В основном предлагали роли роковых, восточных или экзотических женщин, и долгое время она не могла выйти за рамки этого амплуа. Биржевой крах 1929 года привел к кризису не только в экономике, но и в кино, и поэтому Warner Brothers аннулировали контракт Мирны. Она начала сотрудничать с несколькими кинокомпаниями в качестве внештатной актрисы, и в 1931 году сыграла свою первую комедийную роль в фильме Рубена Мамуляна «Люби меня сегодня вечером». Первая значительная популярность пришла к актрисе в 1934 году после двух важных в ее карьере картин – фильма «Манхэттенская мелодрама» с Кларком Гейблом и Уильямом Пауэллом и детективной комедии «Тонкий человек» по роману Дэшейла Хэммета, где ее партнером вновь оказался Пауэлл. Зрители с восторгом приняли этот остроумный и легкий фильм и полюбили его главных героев. Лой и Пауэлл составили один из самых выразительных кинодуэтов тех лет, в том числе в 5 фильмах, продолжениях «Тонкого человека» за «Тонким человеком», «Другой тонкий человек», «Тень тонкого человека», «Тонкий человек едет домой» и «Песня тонкого человека» 1947 года. Она начала встречаться с продюсером Артуром Хорнблоу, но некоторое время пара не могла оформить свои отношения официально, так как Хорнблоу был женат. Пока он занимался разводом, у его возлюбленной случился конфликт с MGM. Мирна и руководители киностудии не сошлись во мнении относительно суммы ее гонорара. Чтобы удержать популярную актрису, Луи Майер в итоге был вынужден выплатить ей премию в размере $25,000. В 1936 году Хорнблоу наконец стал свободен, и 27 июня 1936 года пара поженилась в Мехико. В 1937 перед премьерой драмы «Парнелл», где Лой вновь снялась в паре с Гейблом, в 53 американских газетах был проведен опрос общественного мнения, по результатам которого Кларк Гейбл и Мирна Лой были признаны королем и королевой Голливуда. В 1939 году с актрисой произошел несчастный случай. На съемках приключенческого фильма «Сезон дождей» она сорвалась с лошади и едва не погибла. После начала Второй мировой войны актриса стала одной из активисток движения по сбору средств на военные нужды и в помощь Красному Кресту. Примерно в то же время ее отношения с довольно деспотичным быту Хорнблоу испортились, и в марте 1942 года супруги развелись. Через 5 дней после развода Мирна, поддавшись настроению, вышла замуж вторично за своего старого знакомого рекламного магната Джона Герц. В военное время она перестала сниматься, полностью посвятив себя общественной деятельности и новым отношениям. Брак с Герцем оказался недолговечным, и в августе 1944 года по инициативе актрисы супруги расстались. В 1987 году актриса выпустила свою автобиографию «Мирна Лой. Бытие и становление». Год спустя она была удостоена премии Центра Кеннеди за вклад в развитие американской культуры. В 1991 году ей была присуждена почетная премия «Оскар» за выдающиеся заслуги кинематографа. Умерла 14 декабря 1993 года в возрасте 88 лет. Ну вот так вкратце из переводной Википедии о американской актрисе-танцовщице, обладательнице премии «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе Мирна Лой. Пока-пока, до свидания. Смотрим фотографии.